Как проехать из первого корпуса Нижегородского государственного технического университета в шестой корпус в Верхних Печорах? По улице Минина проезжаем. Вот в этом здании находится приемная комиссия. И выезжаем на улицу Большая Печорская, и теперь едем по ней прямо, поэтому можно ехать побыстрее, не 14 миль в час. Никаких особых достопримечательностей здесь нет. Осталось около 2 километров. Пункт назначения будет слева. И здесь написана карта. Помедленнее надо, чтобы не проскочить поворот нужный. Осталось 1,6 километра. Вот тут повернуть налево, но адрес, который я ввел, привел нас на конечную остановку автобусов. Можно было выйти чуть пораньше. И в районе, ну и особо здесь сейчас не видно этого на этой карте. Эта карта все-таки для дорог, наверное. Не видно шестого корпуса. А так на картах, на спутниковых фотографиях очень хорошо виден шестой корпус с его лучами. Вот что-то такое похожее. Номер 12 написано. Да, вот это наше здание. Это общежитие. А это вот шестой корпус. А адрес тот самый, называется Казанское шоссе 12. Сколько у нас вся дорога заняла? Время у нас прошло 10 минут, но мы ехали с большой скоростью, поэтому, конечно, так не получится. На автобусе примерно полчаса.